Славянские школьники поправить свое здоровье и набраться сил перед учебой могут не только во время летних каникул, но и в течение учебного года. Благодаря краевой поддержке ребята получили уникальную возможность бесплатно пройти комплексное санаторно-курортное лечение по месту проживания. На оздоровление детей Славянского района в санаторно-курортных организациях и загородных оздоровительных лагерях Краснодарского края было выделено более 400 путевок. Они были распределены между теми, кто находится в трудной жизненной ситуации и состоит на учете в органах опеки и управления социальной защиты населения. В настоящее время лечение в больной лечебнице Приазовья получают 20 славянских ребятишек в возрасте от 4 до 17 лет. Ставлю носик. Длительность путевки 21 день. За это время дети проходят полный курс лечения, которое каждому ребенку назначается индивидуально с учетом его заболеваний. Прохожу процедуры ингаляции различные, жемчужные ванны, гальваногрязь, массаж, КУФ и СВЧ. Я сюда пришла, потому что болею часто и, так сказать, для профилактики. Более подробную информацию о том, кто имеет право на получение бесплатной путевки и какие документы для этого нужны, можно узнать в Управлении социальной защиты населения. Улица Ленина, 14, телефон 2-41-76. Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа «События».